Спонсор программы – французская парфюмерная фирма «Пари Элизе».
получается мне я. Я прохожу виражи и ложь, небольшая вина, все превращается в жизнь, жизнь в мире желтого сна. В следующем году мы тоже выступаем спонсорами фестиваля «Байк-шоу». И более того, к этому фестивалю специально будет сделана новая туалетная вода, которая явится для всех сюрпризом. Я не буду говорить, как она сейчас называется. Будет ли она называться «Ночные волки», или будет ли она называться «Рокеры», будет ли она называться «Байкеры». Я не могу сейчас сказать вам как, но я точно знаю, что это будет очень большим сюрпризом. И на следующий год, встретившись на этом же фестивале, я думаю, что мы приятно удивим вас огромной рекламной акцией новой туалетной воды, выпущенной специально по этому поводу. Спонсор программы – французская парфюмерная фирма «Пари-Элюзе». Здесь легче дышать, здесь чище вода. И, в общем, каждый найдет дорогу сюда. И если не найдет, то хотя бы позвонит к нам в прямой эфир. Алло! Алло! Доброй ночи! Доброй ночи! Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Валерий, я звоню из такого чудного места, как поселок Черноголовка Московской области. Валерий, задавайте свой вопрос Анатолию. Анатолий, здравствуйте. Добрый день. Мне очень, в принципе, нравится ваше творчество. И вот как-то недели две назад мы ехали домой из Москвы с работы, я в Москве работаю. Вот, и, по-моему, это было радио 101. Я услышал такую замечательный, значит, ваш акустический проект «Крупские сотоварищи». Есть такое дело, да. На самом деле это было настолько классно сыграно, то есть понравилось вообще. Особенно вот старые вещи «Обелиска». Было, вообще, вот хотелось бы узнать ваши мысли по этому поводу, то есть дальше как будет развиваться? Судьба всего опуса целиком и полностью находится в руках всяческих акул шоу-бизнеса и прочих монстров от издательства грампластинок, компакт-дисков, компакт-кассет и так далее. То есть сейчас ведутся переговоры по выпуску именно этого проекта, который называется «Крупские сотоварищи». И альбом будет называться, видимо, «Революция», раз уж «Крупские сотоварищи».
Вот. Ну, я так думаю, что все-таки где-то в конце октября все это как-то вместе и сольется. То есть там не только музыка, там еще и видеоряд. Там вот такая вот хитрая штука. Это новые технологии. Вот был сюжет о CD-роме Наутилуса Помпилиуса. Что-нибудь похожее планируется? Или вообще новый век, век компьютерных технологий? Телевидение умрет и очень скоро, к счастью для нас. И все мы будем общаться через компьютерную сеть. Черный обелиск готов к уходу в интернет? Вот здесь такая вот ситуация очень сложная. Коль скоро альбом был записан по стариночке на акустической аналоговой студии с использованием только акустических инструментов, на альбоме так и будет написано, никаких синтезаторов, никаких сэмплеров. Вот. То, соответственно, вторая половина, то есть видеоряд, ну, я просто поставил в такие условия, что делать или так, или, не, или, или никак иначе, или да, или одно из двух. Вот так уж. Так что напарничку моему по видеоряду очень-очень тяжело приходится. Анатолий, я предлагаю, чтобы согреться, все-таки вернуться в лето на байк-шоу, где было гораздо теплее, чем в нашей новой замечательной студии. We'll be right back.
начни с себя! Как верно говорил Иван Демидов, вот такие мы рокеры. А у нас в нашей студии есть телефонный звонок. Алло. Алло. Здравствуйте, доброй ночи. Доброй ночи. Меня зовут Николай. Очень приятно. Анатолий, во-первых, большое спасибо вам за ваше творчество. Спасибо. Вопрос будет такой. Ну, вы работаете вместе с Гариком Сукачевым в «Неприкасаемых». Да. Скажите, как долго вы собираетесь дальше продолжать играть там? И вообще, насколько затянется этот проект «Гарика новый «Неприкасаемые»? И какие планы на будущее, в частности, у вас и у «Неприкасаемых»? Ну, играть я буду ровно столько, сколько пока не надоест или пока не возникнет какая-то конфликтная ситуация. Вот. Что касается игры с Гариком. А что касается планов «Черного обелиска», ну вот сейчас мы записали демонстрационочку такую, готовим юбилейный номерной 10-летний альбом. Собственно говоря, и праздничек будет небольшой, порезвимся в горбушке, скорее всего. Вот, вот пожалуй, так все. Как-то вот так все. Анатолий, вы заметили, что вопросы по большей части эсхатологические. Сколько продлится существование группы «Крупские сотоварищи», сколько продлится «Неприкасаемый»? Почему, вы думаете, такие вопросы возникают в этой среде, и вообще это ощущение конца века как-то на вас действует? Вопросы возникают вполне закономерно, потому что все вышеперечисленные коллективы, очень хорошие коллективы, хотя бы исходя из того, что в них принимаю участие я. И, естественно, люди боятся, как бы они не развалились, эти коллективы. И, естественно, они переживают, они хотят, чтобы коллективы существовали дольше и дольше, чтобы они всегда существовали. Вообще сейчас достаточно долго живут коммерческие какие-то проекты. Вот никак не может распаться группа «Нана». И, наверное, никогда не распадется, потому что достаточно хороший коммерческий проект. Насколько коммерчески выгодны ваши проекты? Ну, «Неприкасаемые» достаточно коммерчески выгодны. «Крупские сотоварищи» тоже достаточно коммерчески выгодны. И как бы... Чего уж тут, кто первый встал, того и сапоги. Вот и сейчас «Черный обелиск» будет коммерческим проектом. Вот чего ж тут мелочиться-то. Все наши рокеры – люди достаточно умные и интеллигентные. А у всех умных и интеллигентных людей есть одна, ну, будем говорить, такая беда. Рано или... Они не умеют ни читать, ни писать. Но нет. Кстати, к вам это не относится. Вы пишете книгу. Ну, мы о ней поговорим потом. У всех беда такая, что в какой-то период они начинают становиться учителями. Учителями жизни. Не у всех это хорошо получается, но в какой-то период становятся такими гуру, рок-идолами. Правда, у нас, к сожалению, почему-то в России ни одного рок-идола не получилось. Почему? Ну, видимо, те люди, которые пытались стать гуру, слишком уж менторским тоном как-то все это давали, слишком, может быть, безапелляционно, а как бы человек не любил своего учителя... Безапелляционность его стороны, но она граничит уже как бы с авторитаризмом, ну и дальше цепочечка. Тут уж чего уж тут. Хорошо, мы сейчас снова окунемся в атмосферу байк-шоу, где меньше всего было менторского тона. День прошел, а ты все жив! Отлично, еще раз.
У нас в прямом смысле сырой эфирчик, сыроватый какой-то. Но эфир подходит к концу, и несмотря на это, и несмотря на то, что Анатолий Крупнов себя плохо чувствует, он все еще жив и даже способен отвечать на телефонные звонки наших телезрителей. Алло. 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 Я бы хотела спросить, меня зовут Оля, я бы хотела спросить, как называется ваш последний альбом? Здравствуйте, Оля, во-первых. Во-вторых, наш последний альбом называется «Я остаюсь».
Это из тех альбомов, которые вышли. Тот, который не вышел, скорее всего, будет так и называться. Он будет посвящен десятилетию группы, и так и будет называться. Скромно, просто и со вкусом. «Черный обелиск». Толя, вот за тот большой героизм, который ты сегодня выдержал в нашей модерновой, дорогостоящей студии, я предлагаю тебе поздравить близких людей с какими-нибудь праздниками, юбилеями, просто передать привет. Вот это запросто. 19 числа моему старшему сыну исполняется 11 лет. Боб, я тебя поздравляю, я желаю тебе. И как бы насчет компьютера тоже будь спок, все будет. Спокойной ночи, до свидания всем. Спокойной ночи, Боб. Спасибо тебе, Анатолий, за то, что ты к нам пришел. Извини. Прощаемся, до свидания, до следующей встречи в нашей зеленой сырой студии. Пока. Большое вам спасибо, вам пока. И вам большое спасибо за то, что нас смотрели. И всех вас с днем рождения. И всего вам самого наилучшего. Встретимся в программе обязательно через неделю, в субботу. Счастливо.